эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня. С вами у микрофона ведущая Ольга Михайлова. Я рада приветствовать вас в первом эфире МРТ 2022 года. Ура, друзья! И желаю, чтобы Новый год принес вам только самые-самые лучшие и счастливые моменты. Но своих поздравлений я, конечно, не остаюсь одна. Вскоре ко мне присоединятся ведущие русской службы, а также гости нашего первоянварского спецвыпуска. Случится это буквально через пару секунд. А затем эфир продолжит передача Владимира Малявина «Всемирный Чайнатаун». В общем, программа у нас сегодня праздничная. Устраиваемся поудобнее. Здравствуй, Новый год, друзья. Ура! Ура! С Новым годом! С Новым годом! Счастьем! Спасибо, шампанское! В старом году. Чуть не стало просто. Давайте передам. Друзья, вы не находите, что в последнее время как-то часто стали случаться новые года? Как будто прям каждые 12 месяцев. И как-то уже как-то появилось. Но в любом случае. Так это и есть? А есть у нас такое ощущение или нет? И если оно все-таки есть, то откуда оно берется? Обсудим в сегодняшнем выпуске, который, на секундочку, является первым в 2022 году эфира Международного радио Тайваня. Как-то так получается, что первый, а год уже 2022. Игра слов, молодец, цифр, не иначе. Доедать салаты, а также делиться надеждами и планами на новый 2022 год. С вами сегодня будут ведущие Ольга Михайлова, Татьяна Кулак, Аня Баткова, Мария Ли, а также гости сегодняшнего застолья, стойкие, оставшиеся с нами. Вчера. Это наш гость, профессор политического университета Дженджи, факультета славистики. Да, и профессор русского, украинского, сербского, хорватского и многих других языков. Российского, черногорского. Вот. Александр Викторович Савченко. Александр Викторович, мы снова вас сегодня приветствуем в вашей великолепной маске медведя, которая просто нам аутентичности, простите меня за это русское слово, напоминает нашему новогоднему эфиру. Ну, раз вы сказали за славянские языки, тогда надо всем сказать с Новым роком. Ох, как красиво. И встречно Новогодина. Средна Нового Година. С Новым Годом всех наступившим. Ура! С Новым Годом! Ура! Ура! Так, это один гость. Гостей-то у нас сегодня еще много. Университет Дженджи нам все время новых прекрасных кадров поставляет прямо в студию. Да, с нами снова сегодня студенты, которые приехали недавно совсем на Тайвань. Кристина, Настя и Иван. Всем привет! С наступившим вас Новым годом! А я сижу на стороне Тайваньского университета, который тоже у нас сегодня богато представлен. Во-первых, по левую сторону от меня сидит наш почетный стажер, выпускник Тайваньского университета, выпускница, наша дорогая Серафима. Серафима, привет! Привет всем! А по правую руку от меня прекрасные студенты второго курса Тайваньского университета, свет будущей нашей русистики. Это Ульяна и Егор. Здравствуйте, ребята! Всем привет!
всегда начинаем наш год, являясь приглашением списка наших мониторов на 2022 год. После поделены по почтовым делам русской службы, я хочу сегодня, а именно ведущая почтового ящика, но все-таки сегодня я хочу передать эту важную функцию Марии Ли, которая сейчас во всеуслышание за праздничным столом объявит список наших мониторов, которые присоединятся к нашей команде в 2022 году. А мне поступили просьбы и пожелания от мониторов русской службы международного радио Тайваня прошлого года, но список мониторов, в общем, список мы сильно не обновляем, обновляем его совсем чуть-чуть. Мы приглашаем стать нашими мониторами в этом году Александра Кутцова из Рязани, Виталия Иванова из Рыбинска, Николая Ларина из Подмосковья, Алексея Веселкова из Вести, из Томска, Дмитрия Елагина из Саратова, Виктора Варзина из Ленинградской области, Владимира Рожкова из Канска, Красноярского края, и Константина Провоторова из Украины. Ура! Мы вышлем в скором времени всем нашим мониторам сертификат монитора на 2022 год, а мониторы 2021 года получат памятный подарок в благодарность за их труд в прошлом году. Спасибо нашим дорогим мониторам. Кстати, о прорывах 2021 года. Вы знаете, что мы упомянули? У нас снова заработало почтовое сообщение между Россией и Тайванем. Вот, кстати, как же это мы так... Да, это было важным событием. Скоро все QR-карточки, все сертификаты, все наши сувениры отправятся по назначению. И надеемся, достигнут адресатов. Дорогие мониторы 2022 года, мы приветствуем вас снова в наших рядах. И благодарим вас за желание неустанно следить за качеством нашего коротковолнового, да, прошу заметить, эфира. Мы будем ждать ваших рапортов и писем. Я лично буду ждать их в рубрике «Почтовый ящик». Ко всем присутствующим я обращаюсь с предложением поднять шампанское по такому случаю. За наших дорогих мониторов. Ура! Друзья, вы знаете, по моим наблюдениям, мы все делимся на две категории людей. Тех, кто больше всего в новогодних праздниках любит предновогоднюю суету, и тех, кто больше всего наслаждается именно бездельем непосредственно следующим за новогодней ночью. Расскажите, какой категории вы себя причисляете, а еще поделитесь, чем вы обычно занимаетесь 1 января, помимо того, что, конечно, слушаете 1 января спецвыпуск Международного радио Тайваня. Можно я начну? Я сразу скажу, я из тех, кто ненавидит суету и любит бездельничать, поэтому суетиться больше всех. Не знаю, как так получается. Ну, я уже с этим смирилась, я пыталась с этим бороться, но решила, что это только прибавит мне суетливости и суеты перед Новым годом, так что ничего не поделать. Ну, как вышло, так и вышло. А ну, в зависимости от погоды или... Я мчу вдоль речки на своем, не на своем уже велосипеде, а на прекрасном юбайке Тайбэя куда-нибудь к храму, к которому я обычно езжу. Ну, в общем, мне очень нравится как-то активно проводить Новый год. Или на какую-нибудь гору влезть, или на велосипеде покататься, если хорошая погода. Ну, а если плохая, просто предаваться как-то все сделаю, читать книжки и слушать радиопередачи. Слушать свой голос в записи, что может быть прекрасно. Мне очень нравится традиция тайваньская, когда 1 января все, кто может, уезжают в горы или куда-нибудь на возвышенность, и встречают рассвет первого дня Нового года. Мне кажется, это вообще прекрасная традиция. Ну, а что касается меня, я вообще человек, который любит наводить суету, мне кажется, Новый год для меня всегда был таким праздником, когда нужно резать кучу салатов. Не понимаю, что это моя ноги. А, мы понимаем, мы уже немножко поудаются, но... Прошлый год он оказался таким очень дисциплинированным с моей стороны, и я очень много готовила. Начала печь торты и печенье, всякое разное, всякие сладости, поэтому... Да, на самом деле, мне кажется, каждый месяц, может быть, месяц, раза два, наверное,
Туда были гости, поэтому русская служба сильно прибавила в весе. Вот, да, и мои коллеги стали подопытными кроликами, и они все пробовали все торты, которые я делала. И наш праздничный стол, между прочим, украшает это потрясающее кондитерское изделие, которое сегодня Чечена нам, мучимая предновогодней суетой, принесла прекрасный, удивительный торт кукле. К вопросу о новогодних салатах наших самых любимых. Я понимаю, что у тех, кто встречает Новый год на Тайване, новогодняя рутина меняется, ну, как на голову. Но есть какие-то вещи, которые мы все равно делаем каждый год, несмотря на то, где вы находитесь. Да, есть какие-то новогодние скрепы у вас, которые вы до сих пор, да, держите в своем списке? Видимо, нет. Ну, новогоднюю елку кто-нибудь наряжает? Да. Да. А что молчим? Да, я новогоднюю елку, между прочим, я здесь начала наряжать, если дома мы ее всегда наряжали прямо перед Новым годом, где-то 30 числа обычно это случалось. Вот. На Тайване я приучилась наряжать новогоднюю елку еще в ноябре, потому что в Америке ее принято наряжать сразу после Дня Благодарения, который происходит обычно в конце ноября, это какой-то последний четверг ноября. Соответственно, мне пришлось тоже перенять эту традицию. Но я не жалуюсь, мне наоборот очень нравится, что елка гораздо дольше украшает наш дом. И, конечно, так как елка все-таки здесь с живыми елками туго, мы обычно ставим искусственные елки, уж она может стоять хоть круглый год при желании. А что на елочку нарезать? Раньше я делала каждый год салат оливье. Ну что-то последнего. Пять раз разница, кто-то угостит, как Чечена угостила меня в прошлом году прекрасным салатом. Но сама я уже так обленилась. Делать его не стала. Много тебя тоже до февраля. Да, до февраля. Да, но вы будете по-моему календарю, она у меня стоит. Ну, елку, мне кажется, не лежала только первый или второй год, как я была на Тайване. Первый год, потому что это был первый раз, и я не могла себе представить, как можно встречать Новый год без елки. А потом я поняла, что вообще с тех пор, как я уехала из России, я стала главой своей семьи, и это мне нужно будет как бы заботиться об этой елке. И ее потом набирать, и вообще думать о том, чтобы ее поставить, какие украшения на нее повесить. И оказалось, это не так уж и весело. Как, по крайней мере, тем, как когда ты еще живешь, скажем, с мамой, и можешь попросить ее, ну когда же будет елка, и мы наконец достанем из центра своего украшения, стряхнем с них годовую пыль. Здесь это оказалось совсем, ну, как бы, не так, наверное, интересно. Я обычно обхожусь просто яркими какими-то гирляндами, которые светятся. На Тайване они очень дешевые. Вот. И их можно приспособить, в принципе, в течение всего года. Я предпочитаю, наверное, адаптироваться и никакие традиции новогодние с собой не привезла из России. Не режу салаты. Не люблю готовить. Не собираюсь. Не отказываюсь, когда меня приглашают. Я вот сама готовить не буду. И не расстроюсь, если не поем на Новый год оливье. Так что я просто занимаюсь, чем хочется, наверное, в этот день на Тайване. Я обычно просто смотрю салют и все. А у тебя на голове колпак Деда Мороза. Да. А про подарки ты ничего не сказала. А как насчет подарков? Кто-нибудь подарками оденется на Новый год здесь? Нет. Ну, просто я поняла так, что, например, у тайваньцев нет такого обычая, как обмен подарками. Вообще на многие праздники, я такого практически любые праздники. На Тайване вроде не принято дарить подарки даже на день рождения. Хотя это тут уже более популярно. А на Новый год точно нет такого обычая, так что все тайваньцы, которые получали от меня какие-то сувениры, подарки на Новый год, были в шоке. И я подумала, что а на самом деле отказаться от этой суматошной традиции поиска подарков вообще-то не такая плохая идея. Поэтому я подарки не покупаю, мне совершенно не болит голова по этому поводу. Возможно, я куплю подарок для пары русских друзей. Александр Викторович, поделитесь, пожалуйста, вашим мнением. Может быть, вы что-то поставите еще нашу вечеринку. Она, по-моему, сама по себе. Спасибо, Санта-Клаус, спасаемая, да, Деда Мороза, спасаемая. А какой вопрос?
Есть у вас какие-то новогодние традиции, которым вы следуете, несмотря на то, что Новый год приходится встречать на Тайване? Скрепы. Да, про скрепы разговариваем. Да, наверное, скрепы за 5 минут до наступления Нового года надо вспомнить, наверное, те яркие события года уходящего, поблагодарить уходящий год, ну и настроиться уже на год новый, отсчитать последние. Здесь, насколько 20 секунд последние отсчитывают, да, на 101. Угу. Вот, ну и ты, конечно, в России мы встречаем с 12-м ударом московских курантов, кремлевских, да, то здесь мы встречаем с цифрой 0 на Тайбэй 101. Ну и, конечно, обязательно закрикнуть «Ура!» и «С Новым годом!». Ну первое число, наверное, после, в зависимости от того, когда лег спать, вот это обычно, здесь это получается где-то обычно часа 3-4 утра, хотя вот мы с русскими коллегами незаметно встретили не то что рассвет, а уже чуть ли не до обеда досидели всю ночь, вы разошлись только где-то уже, по-моему, в 10 или 11 часу. 2 января. Практически, да. Но вечером уже надо, вечером первого, медленно, но все-таки весело заканчивается, потому что второго уже надо идти к любимому дорогим студентам. Хорошо работать языком. 2 января, завтра это воскресенье, да. Так что можете в этом году, здорово, в этом правда? Году можно дать себе немножко больше свободы, да? Длинные выходные у нас. Второе уже быть в форме. Уже нельзя нарушать спортивный режим. Я вас сняла. Ваня, Кристина и Настя, у вас крепко еще самые свежие. Пожалуйста, расскажите. Обычно каждый год я заставляю свою семью забегать бумагу с желаниями, прям в счет курантов. В этом году у нас тоже это удалось сделать. Правда, это было немножко в таких полевых условиях, у Тайбэй 101. Но получилось, но часть, где было написано, сгорела. Так что я думаю, что мое желание точно исполнится. Вот это основная традиция, которую я всегда поддерживаю. Угу. Да, мы уже говорили, что мы хотели приготовить золото. Мы это сделали. Это наши основные друзья. Они сказали, что приедут в Россию. Да. Что касается моих новогодних скрепов, у нас в семье всегда принято жарить шелки. Прямо вот, наверное, за час, за два до Нового года, к сожалению. Здесь не успел найти зону барбекю, поэтому пришлось импровизировать и пользоваться малюсенькой духовкой из общежития. Да, пришлось немножко попотеть с этим делом. Вот, но все произошло успешно. Скрепа была соблюдена. Да. Очень странная традиция, на самом деле, как будто летом так немножко. Она очень какая-то для Тайваня аутентичная традиция, потому что именно здесь на празднике принято жарить всевозможное мясо, барбекю, шашлыки. И множество мест для этого есть, например, даже в парках, правда, вот везде с эпидемическими всякими ограничениями. Я сейчас даже не помню, как сейчас обстоят дела. Да, запретили в некоторых местах проводить, но вообще-то это прямо тайваньская скрепа. Шашлыки и барбекю не только на праздник середины осени, а и вообще по любому духоподъемному случаю. Ну вот видите, у меня семья такая, что я уже наполовину тайванец. Да. Вообще причисляете к суеверным людям? Да. Да? Новогодняя ночь ведь полна суеверия обычно у людей. У вас есть какие-то такие маленькие вещи, которые вы вот всегда помните, когда празднуете Новый год, когда случается этот момент перехода с 31 декабря на 1 января? Обычно не помню. Может быть, важно не помнить новогоднюю ночь, тогда будет Новый год хороший. Ну ты про как встретишь, так и проведешь? Ну, я надеюсь, да, что вы, конечно, это упомянете. Ну, мне кажется, год назад, да, я не верила в то, что как встретишь, так и проведешь, но 2021 год я встречала в Уите, да, я готовила целый день, жарила
есть не шашлыки, но Юля кебаб жарила в духовке, правда, да. Не на огне, но тоже очень хорошо получилось. И резала салаты. И вот у меня целый день, 31 декабря 2020 году, последний день прошел вот в таком темпе. И были гости у нас дома. И, видимо, поэтому, как эти штуки год таки проведешь, и в прошлом 2021 году гости у нас дома тоже были нескончаемы. Ким, поделись своим мнением. У меня нет традиции, но для меня самое важное — это китайский мир. И я бы хотела вернуться домой, скажу. Но я не знаю, что в этом году получится или нет, потому что у меня еще работа тут, в Тайбэе. Заканчивая тему про как встретишь, так и проведешь, не знаю, сможете ли вы ответить на этот вопрос, но на всякий случай спрошу, есть ли у вас какие-то необычные истории о том, как вы, или какие-то странные истории о том, как вы встречали Новый год, которые вы могли бы поделиться с вами. Знаете, если Новый год пройдет не так, как я провел новогоднюю ночь. Мне кажется, никто не признается, даже если это есть. Я подозревала. У меня не очень хорошая память, если честно, я сразу сознаюсь, но я вспомнила сразу прошлый Новый год. По-моему, это было в прошлом году, а не в позапрошлом. Если честно, на Тайване весь Новый год, он всегда одинаково выглядит. Но в прошлом году мы все-таки, как я сказала, я пожалела, мы не поехали в Тайбэй 101, мы отмечали дома и смотрели прямую трансляцию салюта, которую там прекрасно видно салют. Но мы отсчитывали секунды вместе с, как бы, с телевизором. Но где-то секунд за 5, если не больше даже, начали взрываться салюты на улице. Мы думаем, странно, а что это не так рано? Ну, прям по всему городу как будто взрываются. И потом мы поняли, что трансляция-то, она же запаздывает. И мы подумали, боже, мы пропустили Новый год. Поэтому я очень хочу не быть тормозом. Мы не торопясь. У вас немного сместился часовой пояс, только и всего. Вообще, это всегда очень интересно, потому что в час-два ночи начинаешь звонить своим друзьям, родственникам в Россию, и они еще только готовятся, еще только, условно говоря, режут оливье, а мы уже здесь, да, у нас уже вовсю идет новогодняя гулянка. Тоже всегда очень интересно, потому что 5 часов разницы. Да, мы вообще каждый раз звоним из будущего, но как бы уже Новый год — это особенно из будущего. Да. Очень важной традицией любого декабря является подведение итогов второго года, чем мы занимались в предыдущем выпуске нашей передачи. А очень важной традицией начала нового года является постановка новых, иногда чуточку слишком амбициозных целей и планов. Я хочу, чтобы мы сейчас об этом поговорили. Друзья, расскажите, что вы запланировали для себя в новом году, без важного. Ой, Сима так. Сим, ты начинаешь. Что ты там для себя такого напридумывала тяжелого? Очень трудный вопрос. Я согласна, что это трудный вопрос, потому что у нас сейчас такое странное, какое-то трудное время, какое-то безвременье, когда вот в начале программы Оля сказала, как пролетают дни и годы, и мне кажется, что, во-первых, это связано с тем, что на Тайване они очень сильно выражены сезоны, чисто визуально. Всегда вокруг одна и та же зелень. Но в разное время цветут разные цветы и разные деревья, но это тоже не так очевидно. Там надо вспоминать, а сейчас там какое-то время года цветут вишни, сейчас какое-то время года цветут азалии. Всегда все зелено, никогда не бывает такого, что прям везде золотая осень. Там или везде белая зима, надо вспоминать, а во что я тогда была одета, чтобы примерно вспомнить, когда это было, в какое время года хотя бы. Но раньше это хотя бы еще определялось пунктиром отпусков, которых у нас теперь тоже, если они и есть, они все равно проходят все здесь, и мы никуда не ездим. Из-за этого тоже возникает такое ощущение, что время как-то стало быстрее пролетать. И из-за этого, мне кажется, правда, очень сложно сейчас строить какие-то планы. Вот как вчера нам сказал Андрей Александрович Солодов, вот он хотел съездить домой,
это не вышло, ни у кого не вышло, это он за нас, за всех, с болью в душе отчитался. Поэтому мне бы очень хотелось увидеться с родными в этом году, но я боюсь это, честно говоря, загадывать, потому что загадаешь. И будешь думать, что на Новый год раз загадал, то уж непременно сбудется, а потом вот если не сбудется, будет прямо так ужасно вдвойне обидно. Но, я все-таки загадаю, потому что мне уж очень этого хочется как-то добиться, даже если придется потом отсидеть это двухнедельное тюремное заключение. Хуже, чем тюремное, потому что даже на прогулку не выводят. Придется, наверное, это сделать. В общем, очень хочется съездить домой и встретиться с родными и друзьями. Это раз. А во-вторых, хочется, чтобы книжка, которая была переведена в прошлом году каким-то... Кстати, благодаря не в последнюю очередь локдауну, нет худа без добра в данном случае. Благодаря локдауну я вот смогла сконцентрироваться, сесть и сделать это. У меня появилось время, у меня появился новый стимул. И может быть, я тоже догадываюсь так, определенно не могу, будет, хотя бы начнется работа над новой книжкой. Я, знаете, хочу, чтобы это было в так называемых новогодних сценаристов. Тех самых обещаний себе. Кто еще расскажет? Я же, мне кажется, как все год подряд отзываю себе. Диссертация уже почти дописана. Да, был локдаун как раз на Тайване, когда у нас случился локдаун, но он более такой в мягкой форме был. Но да, появилось время посидеть дома и поработать над научной статьей. Дала эту статью на рецензирование, и пока результат неизвестен, надо ждать. Но, несмотря на это, другой статьей я съездила на научную конференцию, выступила на ней и получила свои баллы, необходимые для выпуска из аспирантуры. И на следующий год у меня обещание Я сейчас себе представила, как в следующем году мы будем включать твою запись, что там очень хочется, чтобы ты начала хлопать в ладоши, я тебя поздравляю и пить шампанское. Давайте похлопаем в ладоши и пожелаем, чтобы это непременно расскажет про мои амбициозные планы. Я, кстати, согласна, когда Ольга сказала, что годы все проходят быстрее. Я думала об этом, когда предполагала, что кто-то спросит о моих достижениях за прошедший год в этой передаче. И я как раз пытаюсь вспомнить, что я делала и чего я достигла в этом году, поняла, что я совершенно не могу вспомнить ничего. Как будто каждый день выглядел практически одинаково. Просто отличается тем, что иду я сегодня на радио или нет. А все остальное было как-то вот, не знаю, одним одинаковым потоком дней и жизни, которые могу назвать скучными. Просто они были вполне себе одинаковы. И я слушала, чего я как бы добивалась за год до этого, на что я добивала. И ничего похожего, мне кажется, я назвать в этом году не могу такого моментального, что ли. Но я в шутку говорила, наверное, таким нашим приятелям я об этом говорила, когда я говорила, что хочу поехать в Я думала, что вот именно в этом году я очень серьезно думаю о том, чтобы это сделать и отправиться как бы в соло путешествие. Сделать это одной. И, возможно, конечно, это как-то задокументировать и, возможно, в видеоформате. И если это произойдет, то вы это увидите, думаю, на нашей странице, на YouTube. А я хочу, между прочим, пользуясь тем, что Александр Викторович находится в нашей студии, сказать, что наконец-то состоялся славянский вечер, который не происходил в позапрошлом году в связи со всякими, опять не хочется произносить это слово, противоэпидемическими ограничениями. А тут он прошел и с таким успехом, и мы все на нем были и получили большое удовольствие, за что еще раз отдельное большое спасибо нашим преподавателям, преподам нашим. Мы всегда с удовольствием ждем дорогих гостей и надеюсь, что и в этом году, уже наступившем, эта традиция никак не будет прервана. И приглашаем, как обычно, на наш замечательный праздник славянских культур. И не только там представлены все наши славянские народы и культуры. И надеюсь, что, как обычно, где-то вот с детским праздником.
поняли, будут уже совсем скоро. Уже послезавтра. Да, буквально тут не пройдет и... Цветут пару новых цветов. Дорогие друзья, окончание передачи слушайте на нашем сайте www.rti.org.tw. До встречи на волнах международного радио.